Накануне мэр Махачкалы Салман Дадаев посетил поселок Новый Кяхулай, где осмотрел ход работ на улице Красина и Проселочная в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги». В настоящее время ремонтные работы на этих улицах находятся на стадии завершения. В ходе осмотра градоначальник пообщался с жителями и выслушал их пожелания. Хороший человек, поэтому, наверное, поселок нормальный стал. Какой красота! Мы вообще мучались здесь. Дай Аллах вам здоровья. Кто советовал, кто сделал. Очень довольны мы. Спасибо вам, спасибо. Ага. Дадаев озвучил представителю подрядной организации некоторые рекомендации. Кроме того, мэр пообещал, что все вопросы, волнующие горожан, будут рассмотрены в отдельном порядке.